Всем привет, с вами Гимлот, сегодня четверг, а значит время очередной потасовки в Хардстоун. Сегодняшняя потасовка называется «Сокровище капитана Черносерда». Каждый ход мы будем открывать сундук, который будет давать нам рандомно три карты, из которых мы должны выбрать себе одну и положить себе в руку. При этом хочу отметить то, что мы не будем брать карты из колоды каждый ход, как это происходит обычно. Это нужно учитывать. Ну что ж, начнем и выберем себе. Так, у меня задание сыграть за мага или шамана, поэтому поиграем сначала магом, а потом, может быть, шаманом. Сейчас посмотрим. Та-та-та-та-там, как там игра сложится? Сложится или не сложится? В любом случае, я вам покажу потасовку, а это самое главное. Так, ваш противник найден. Это хорошо. Итак, друид, здравствуй. Не стоило напрашиваться. У нас в колоде имеются только пираты, да. И причем пираты не... Алчная налетчица или нет, как она называлась-то? В общем, это не налетчица. Да, это вот для показухи я заменю карты. Но там будет только эта карта. То есть, о, no, у нас пират, который не имеет бонуса. Это просто пират. А дальше давайте возьмем... О, вот эта вот карта мне нравится. Давайте возьмем ее. Забытый факел. Это, считайте, в две карты в одной. Правда, вот мы... Мы не вытащим потом 6 урона, поскольку для этого нужно брать карты. Вот видите, у него 26, у меня 27. Но при этом мы карты не берем. И по праву второго хода и монетки он первый выпускает пирата. Ну, здравствуй. Так, что у нас дальше? Копье. Копье может пригодиться. Ну что ж, давайте отмечать цели крестиком. Почему я взял копье? Выбранному существу хотя бы наносит. Потому что черт его знает, какие там ему карты дадут в конце. Оу, конечно, возьмем волну огня. Так, пока будем бить в лицо, вот на четвертом ходу уже можно будет... разменяться с кем-нибудь. Потому что четвертый ход позволит мне сделать пиу шариком. Да. И мы сможем победить одну пиратку. Так вот. Но мы положимся на пиратов, и пираты скажут: «Ня!» Не, нифига подобного. Так, пожалуйста, вот я не знаю, почему у меня стало глючить, когда я тяну свою карту. Но вот с этой карты ему вообще подфартило. Вот я тяну карту, и у меня зависает все. Я не знаю, почему это происходит. Раньше такого не было. Раньше приходит Хардстоун. А тут вот все так идет рандомно. Оу, цели. Хватит? Не, но ты еще маленький, бьешь больно. Вопрос. Похиляль или не похиляль? Или две карты? Давайте похилим. Ся. Да, конечно, робот нам сейчас все убьет, но у нас будет... У нас будет просто на 3 хп больше. Да. Я же опять предупреждаю, я не говорил, что я здесь буду выигрывать. Я здесь просто показываю потасовку. Это для любителей видеть only выигрышные партии. Я не хочу вырезать там, выбирать... выигрышные, ну... Интереснее же иногда смотреть, как кто-то проигрывает. Наверное. Ну, по крайней мере, мне интересно.
Ты вот зачем ее бафнул, а? Ну, ты маленький, он знает, что волна огня не дремлет. У нас есть копье. Да, кстати говоря, копье сейчас нам поможет. Оу. То есть, да, вот так вот, жестоко. Ну, давайте, о чем будем раздваивать? А что у нас будет за секрет? Пиу. Можно будет с вот этим секретом. Целый один ход. На один ход она меня похилит, да? В конце. Все правильно. В конце хода она меня похилит. Можно было бы разменяться с пираткой, а потом бы... А потом бы он достал вот это, и мы получили бы 5 урона в лицо. Нет, я не согласен. Ауч. Мне попо. Будет попо. Где ты была, карта? А давайте возьмем. Мне нужно существо. Вот это существо хорошее, но на заклинание, да? Давайте возьмем вот это существо. А это все это мы уберем. Здесь поставим скамейку. А вот здесь сделаем окно. Я надеюсь на это. Если рабочий ничего не перепутает и не сделает окно вот здесь. Да. Но, смотрите, он тоже взял то же самое. Вот тебе, пленный злодей, проботил мой разум и... Что ты там еще сделал? 4 урона. А что мне это даст? Так и что мне это дает? Давайте подготовим секрет, чтобы мы могли выставить и тетеньку, и... Точнее, гномейку. Просветительницу. Цель отмечена крестом. И вот этого чувака. Вот был бы забавно, если бы сейчас секрет сработал и уничтожил бы друида, но такого не бывает. Так, за героя... О, вот уж... Знаете что, я рискну и возьму его. Па-па-па-па. Ну да, вот смотрите сейчас. Оп-оп. И похиляли. Возможно, он сейчас захочет убить ее, либо, конечно, проверить секрет. Мне от этого хуже не станет. Почему? Ну, по крайней мере, пока что не станет. Потому что у него будет на одно существо меньше на столе. У него, по идее, одно существо останется. А у меня опять сопли потекли. Всегда во время записи у меня нос прошибает, да. Именно так. Ну, давай. Посмотрим, что будет. А будет ли что-то? Интересно. Вот и мне интересно. Ну, это не интересно. Это нечестно. Никого не ждем. Я должен защитить. Да ладно. Вы посмотрите, как ему про. Угу. А я даже не знаю. Мне, по-моему, все. Умнее, но стал звездец. Если надо, подлечу. Чик. Не, конечно, мы еще будем бороться, да. Но вот то, что вот сейчас вот у него выпало, это нечестно. Это совсем нечестно. Потому что в моей колоде только пираты 2-3. А он уничтожил мое хорошее существо 6-4. Чик, что ты делаешь? Негодяй. То есть вот так вот, да, грязненько. А мне легендарку. Накладываем на прочих существ. Элеменхауза.
Или нестабильный портал. Что будет, если я на Изеру наложу молчание? Она не будет давать карты. Но это же неинтересно, это не путь джедая, да? Путь джедая узрить великое изобретение. Это курочку. Вот так вот. Да, я сейчас рискую. Да, надо было, наверное, не мату, но... А вдруг прокатит? Вдруг все будет хорошо. Там? Хочется посмотреть, что будет в итоге. О, вот что будет, кошмар. Что ты делаешь? Прекрати, ахаха. Да ладно тебе, иди ты в попку, а? Зачем ты? Зачем тебе это? Харстон, ты вредный. Какие там нехорошие действия сделал он? Оу, огненный шар. Огненный шар, это хорошо. Так, иди-ка ты в колоду и не возвращайся оттуда. Я вернусь, я не сомневаюсь. Только ты не вернешься, по идее. Потому что мы не тянем карты. Интересно, он сейчас будет зачищать стол или... Или захочет ударить мне в лицо. Да. Вот если у него сейчас три бафа, он такой бафнет. И зеро, такой в лицо! И чё это за фигня? Ты зачем? Ну что ты творишь? Ну ты... Ну ты вонючка. Кажется, он что-то подозревает. Волну огня. Я не откажусь. Ну, интересно. Это, короче, сейчас бесполезно здесь, потому что... Потому что у нас одни пираты. Дальше. Ледяная стрела пригодится. Да, да, потому что мы убьем это существо. Пук. 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 Вот так. Все именно так. От какой бы карты я не отказался. Кто посмел? Да ладно тебе, но... Вы посмотрите, сколько ему выпало легендарок и сколько мне. То есть мне всего одну. О, да. Оу-е! Хардстоун, ты жжешь. Оу-е, конечно, а мне всего лишь какой-то шушеру. Ну, ты без механики ничто, ты сейчас не нужен. Соответственно, едьте. Сдохни, салага. Так, я не знаю, за все прегрешения мне выпадет смертокрыл. Так, секундочку, я не знаю, как выключить микрофон нормально, поэтому сделаю паузу. Сейчас вернусь. Опа, стоило мне, ой, выключить запись, как тут произошло страшное и ужасное. Он зачистил стол, и у него переработка сложена. Отложена, но сложена она у него. Так, что? Что же у нас здесь? А у нас здесь кабан с рывком, конечно, конечно. А что делать? Чик. А только так. Как-то все нечестно, нечестно, нечестно. Вы посмотрите, у него легендарки. Хламобот. Или нет, как тебя зовут-то? Кто я тебя обозвал? Древний исцелятор. Да ладно! За что? За что? Пип! Смертокрыло. Мне смертокрыло, пожалуйста.
А что, уже не поможет, да? О-о-о, и там... Бджж. А, все понятно. Да-да. Ну что ж, ну вот... Ну, нам не повезло. Там. Да. Вот, вот так вот. Так, щелкни, чтобы продолжить. Я щелкнул. Но мы не будем унывать. Неважно, что мы потратили больше 15 минут на это. Где мой маг? Маг. Мы будем сражаться. Будем сражаться, пока... Та-та-там, пам-пам-пам. Ваш противник найден. О, Утер. Чайна и Утер. Не стоило напрашиваться. Ну что ж, не будем заменять пиратов. Оу, па-па-па-па-па-па-па-пам. Давайте его. Нам нужно существо. Я, конечно, за 4 маны 3-5, но это лучше, чем ничего. Потому что антимагия, ну, на монетку. И то, это на третий ход. Копье. А вдруг поможет? Зачем копье, оно всегда может помочь, потому что за 5 маны 8 урона. И, как говорится, ждем четвертого хода, чтобы обменяться. О, вот здесь интересно. Ну ладно, пока шарик. Так, четвертый ход можно обмениваться. Можно, конечно, обмениваться и на первом ходу. Оу, бананы. Паняня, паняня, мама. Что же ты, гадди? Оу! Вот это мне не нравится карта. Возьмем секрет. Так. Ровно 4, да? Пиу! Пиу! Ну, типа, у нас одинаково. Хама, пахама, мама. Ля-л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 я. Ну, без понятия, как там была. Врагорез 8000. Цель отмечена, Кристо. Хочешь банантика? Пузырики, конечно, это нехорошо. Воркин. Мне нужна волна огня. Волна огня, приди ко мне! И зачисти этот бренный стол. Пам-пам-пам. Хочешь бананчика? Где это было, я не помню. Но это... Ладно, фраза осталась. Так. Да ладно тебе! Да что ты делаешь? Да... Конечно! Конечно! То есть антимагия нам в помощь, волна огня. Волна огня нам в помощь. Это нечестно. Это нечестно было. Печать королей на Воргина. Жду приказаний. Ну что? Черт, копию или врагореза? Хочу врагореза. У нас есть копье, на всякий случай. За 5 маны. А потом разыграем вот эти вот штуки. Какой
А я чувствовал, что будет вот такая подстава. Я знал. Ой, смотрите, какая хорошая штучка. И вот эта вот замечательная штучка. Сколько угодно раз. Так. Пук. Пук. Да, не разыграли мы секрет, но так надо было. Наверное, надо было. Ну, иначе бы он бы сейчас убил бы. А так ему придется помучиться. С врагорезом 4000. Такой терминатор Хардстоуна. Я врагорез 4000, а я лепрогон. То есть вот так вот, да? То есть вот так вот. Черт. Если я это сыграю, я ничего не получу. А, ладно. Пиу. Режим турбоускорения. Пиу. Пиу. Нам придется так, да. Я хочу разыграть секрет! Но я также хочу разыграть это. Да иди ты в пень, чувак. Да иди ты нафиг. Все, это... Он сделал нехорошие вещи. Почему бы и нет? Да на тебе. Офигеть, ему пришел силовой танк. И этот чувак в пузыре. Это жесть, это жесть. А сейчас вот, когда у меня стоит секрет, он мне какую-то шушеру даст. Вот она у него откуда-то возьмется. Не, ну утро светоносный. Конечно! Кто ж тебе еще-то мог прийти, кроме него? Кроме справедливости. Нету здесь справедливости. Вот видишь, что ты творишь? Нету ее. Вот по твоим деяниям видно, что ее нету. Опа-па-па-па-па-па. Так, во-первых. Пиу. 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 Извини, тобой придется не пожертвовать. Я сейчас сделал глупость, да? Именно так. Именно так. Именно так. Читы разрушены. Стоит ли мне ее убивать сейчас? Нет, я убью вот это. Я хотел вот этим разменяться, вот этим вот дяденькой разменяться с танком. Да ну тебя нафиг, да сколько можно-то? Освещен. Нет, это насосательный режим, это нечестно. Это нечестный насосательный режим. Огр-могр. Да ну, нафиг. Не то. Все не то. Все, убирайте, убирайте, убирайте. Новую. Новую, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Хардстоун. Ну что ж ты делаешь? Ну что ж ты мне даешь всяких вот нехороших людей, которые... Которые занимаются вот таким вот. Это представляете, если бы... Ну ладно. Сейчас. Загрузка пройдет и скажу. Загрузочка, загрузочка, загрузочка. Шайна и Рексар. Я хоть разочек победю. Хожу опять первым, заметьте. Я опять хожу первым.
Ну, может быть, мы не победим ни разу. Тоже возможно, тоже возможно. Все такое вкусное. Все так, ну, буря для контроля. Все-таки. Кто знает, что у него там будет. Та-та-там. Пар-па-па-пам-пам-па-па-па-пам. Тар-та-та-там. Цель отмечена, Кристо. Ага. Отмечена. А давайте на четвертый ход. Цель отмечена, пусть у нас будет Йети. Да, секрет хороший, но нам нужны существа. Ту-ту-ту-ту-тун-тун. Ту-ту-ту-ту-тун-тун. Покрутим здесь колесико, покрутим здесь колесико. Цель отмечена, Кристо. Вообще. А это интересно. И вот это интересно. И вот это интересно. Но также и это неплохо. Цель отмечена, Кристо. Но пока что. Помним про волшебный четвертый ход. А вот если бы мы ходили вторыми, можно было разменяться на первом. Ну, то есть для нас второй ход. Почему? Потому что у нас одно существо есть на столе. И как бы... Вот, пошел размен. То есть вот так вот, да? Так вот. Я не удержусь. Я возьму тебя. Я возьму тебя, смертокрылышко. Тебя... Ты мне нужен был в предыдущей игре и в самой первой игре. Но я возьму тебя сейчас, потому что ты, видимо, задержался в пробке. Да, на МКАДе где-нибудь. Или еще где-нибудь, я не знаю. Там зима припорошила твою машину, но ты же смертокрыл, ты же ее дыханием своим отогрел. Цель отмечена, Кристо. Что ты там крестиком отмечаешь? Цели. Ну ты какой! Пук. Я не знаю, что он вытянет, поэтому... Давайте вот так. У нас, по идее, сейчас одно существо на одно существо. У меня хп меньше, да. Это плохо. Может быть, это станет фатальным. Но если нам сейчас удастся переломить стол, ну, ход игры на свою сторону, зачистив этот долбанный стол, будет замечательно. Да? То есть вот так... Так вот, грязно. Овечка хороша. Так, узнаем, что за секрет. Конечно же, а как же иначе? Ага. Конечно! Угу. То есть, вы посмотрите, обычно секрет срабатывает на существо. Но... В его случае, конечно же, мне в лицо, а по-другому же никак. А сейчас у него взрывная ловушка там какая-нибудь, или опять перенаправление, я буду сидеть в полной заднице. Орген. Если у него взрывная ловушка, то он мне поможет. В кого? Конечно, но у тебя же по-другому не могло. Так, я сейчас пропустил пук. И это будет фатально, но... Я был на эмоциях, да. Хардстоун, вот... Знаете, что не хватает Хардстоуну для его веселья, так называемого? Чтобы вам давали золото за проигрыш. Да, как бы это странно не звучало. Да, я понимаю, что появится еще больше ботов,
которые будут сдаваться. Но это хотя бы даст нормальным людям, таким, которые хотят поиграть в эту игру и что-то получить. Да вы посмотрите на это, вот просто вот так вот. Кроме как... я не знаю, у меня... По-моему, легче сделать порно-игру с этой игрой. С участием этой игры. Чем объяснять, что здесь творится. На! Я сейчас пойду во все тяжкие. Сейчас. Вот из-за этого Хардстоун многие не любят. Вот. Ну какого черта? Вот ему. Вы посмотрите, что ему приходит. И что мне приходит? Ага, и он мне такой пиу в лицо. Пиу. А я такой чух-чух. Чух-чух. А он мне сейчас ее вернет, смотрите. It's bear time, как говорит один там чувак. Это жесть, то есть ему все, мне вот кукиш с маслицем вот так вот намазали и сказали, на, кушай. Да, мне дали смертокрыло, но когда мне его дали? Когда я его уже не просил. Ему опять секрет, да и... Вот вы посмотрите, каков шанс был, что ему дадут секрет. Почему не говносущество какое-нибудь? Нет, давайте дадим ему секретный секрет. Так, что там у тебя? Надо же. Опять? Опять? По-моему, вот тут все куплено. Тут просто вот так вот. Раз, и все куплено. И сейчас у него еще существа за 2 маны. Гадайте, что? Но мне же не дадут его. Мне дадут вот эту херню. Мне бы... Кстати, смертокрыл, может быть, поможет. А может быть, поможет. Та-та-та-та-та-та-та. Мне сейчас очень нужен смертокрыл, на самом деле. Если только я не возьму вот это. У нас есть шанс. Умри. Умри просто. Просто умри. Умри, 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 Хантер! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Килл! Вот это я понимаю, месть мага, вот так вот надо, вот так. Фу. Можно расслабиться, можно выдохнуть. Ну что ж... Вот такая вот потасовка, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, было предельно понятно, что в ней было, чтобы потом как-нибудь сесть, посмотреть ее в будущем и вспомнить былое, как это было. Может быть хорошо, может быть плохо, может быть у вас вообще карты шли идеально, и у вас всегда были победы. Ну что ж, на этом я закончу, скажу вам большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Посещайте сайт WP.Grom, посещайте группу ВКонтакте. И увидимся в следующих видео.